Самые нужные английские слова, часть 52. Итак, значит, let, значит, давайте, let's, great, прекрасный, великий, и same, то же самое. Давай с вами разберем примеры. Значит, все мы знаем такую фразу, let's, давайте, let's do it. Давайте это сделаем. Давайте учить английский. Let's learn English. Вместе. Let's learn English. Let's learn English together. Let's learn English together. Давайте туда пойдем. Let's go there. Let's go there. Так, let's... давайте отменим эту встречу. Let's... как будет отменить? Let's cancel that meeting. Также еще let употребляется в другом контексте. Значит, let somebody do something. Let somebody do something, позволить кому-то что-то сделать. Например, она позволила мне разрешить кому-то что-то сделать или позволить. Она позволила мне пойти туда. То есть let имеет значение разрешить. Let somebody do something. Например, он мне решил пойти туда. He let me, позволил. He let me go there. То есть он мне позволил туда пойти. Давайте дальше еще разберем дополнительные примеры, чтобы было максимально понятно. Далее. Ее родители разрешили пойти ей на концерт. Her parents let her go to the concert. Her parents let her go to the concert. Далее, great. Это прекрасно. Просто, например, great. Там прекрасно. Это, в принципе, синоним wonderful. Wonderful. Это прекрасно. That's great. That's great. Это прекрасно. И даже great — это великий. He is a great writer. Он великий писатель. He is a great writer. Она великая певица. She is a great singer. She's a great singer. Ну и, конечно, same. Значит, same — это одинаковое, то же самое. It's the same. Это одно и то же. It's the same. Это все равно одно и то же. Далее. Например, его идея такая же, как и моя. His idea is the same as mine. То есть это такое вот выражение. The same as. Обязательно нужно использовать as. Такой же как. His idea is the same as mine. Ее предложение такое же хорошее, как и твое. Ее предложение. Her offer is as good as yours. As. Это такое же хорошее. А можно было также сказать is... одинаковое с твоим. Значит, получается, her offer is the same as yours. Далее, смотрите, значит, повторим, значит, let's позволить, great, великий, same, то же самое, let's do it, let's learn English together, let's go there, let's cancel that meeting. Let somebody do something. Позволить кому-то что-то сделать, разрешить. He let me go there. Your parents let her go to the concert. Let – это неправильный глагол. Форма let. Далее. Great – прекрасно, wonderful. That's great. Great – это великий. He is a great writer. She is a great singer. Наша is the same. Это одно и то же. His idea is the same as mine.
Your offer is as good as yours. Такой же как as as и the same, тоже одинаковый как и. Your offer is the same as yours. То есть предложение такое же как и твое.